районного суда Мадинской области 25.9.12 отменить. Принят было решение о восстановлении заявления начальника ГУВД Алматинской области в отделении Киева. Бог им кажем, судья. Я не собираюсь моральный ущерб подавать на них. Я думаю, что пускай Всевышний сам рассудит нас. А здесь еще раз показалось, что есть у нас законы, есть у нас праведные судьи, которые праведно судят. И это говорится о том, что людям нужно спокойно жить и радоваться, что в Казахстане существуют эти праведные исполнительные законы. Я считаю, что постановление кассационной инстанции Алматинского областного суда законно и обосновано. По вопросу привлечения должностных лиц отдела миграционной полиции, я думаю, решит вопрос прокуратура Республики Казахстан. Так как мы неоднократно обращались с жалобами на имя генерального прокурора Республики Казахстан, думаю, что данные жалобы будут рассмотрены.